Мир всем, друзья! Это наш племенной козел. От него мы продаем козлят. Вот только эти не от него, потому что коза к нам приехала беременная. Все остальные белые козочки и козлики от этого козла. Вот, значит, это первая мамаша, она самая ранняя роженица. Сейчас посмотрим, кто у нее мальчик, девочка. Вот это? Это девочка. Девочка. Вот тут под хвостиком раз так посмотрели. Все. Ну-ка рожицу покажи. Рожица. Они у нас самые старшие, самые первые. Девчинынька. Да. Ухо маленькое. Сережечками. Отражается так на свет. А уши-то какие, как у гремлина. Длинные уши. Так. И следующий, по-моему, вот этот парниша. Да, по-моему, пестрый козлик. Тихо, тихо, сынок. Так. Так сейчас. Оп, стой. Ух, они шустрые. Да, это парниша. Ладно, хозяйство не обязательно, давай нам рожиться. Это варан, которого роды принимал. Да. Что? Жалуется что-то. Прям говорит что-то мне. Гулять, говорит, хочу. Все, а? Пойдемте гулять. А это? Ух, козел такой. Рога какие стали у него, да? Ну так биткоин растет. Гулять. Стадо понеслось. Частично они здесь и частично там. Сначала дамы кушают с детишками. Так, козлик. Козлики такие беспардонные, что сразу все берут и съедают. Не смотрят ни на детей, ни на женщин. Хочешь не хочешь, козлик, придется окститься. Так. Ну вот, овес у нас на ура идет. Да и мамаша не шибко-то своим дает. Да, в животных нету такого понятия. Мучения какие. Вот, а остальные с той стороны. Ну, сейчас биточку тоже принесут. Вкусняшку. От черных козочек козочки, а от белых козлы. Белые редко у нас почему-то козочек рожают. Ну, я помню уже, вот сколько мы разводим коз. Так у нас всегда почему-то. А вот черные, это чаще. Видать, разные породы. О, остальные выбежали. На утренний мацион. О, слава богу, солнышко сегодня. Думаю, что он тоже останется. Точнее, не тоже, а останется. На самом деле нет. А, кстати, он не является папашей вот этих вот козлят. Вот он папаша всех вот тех мелких. И они все белые. Ага, а это раз такая уже сюда пришла. Вот что за люди, да? Все, и это сюда же пришел. Слушай, я не могу. Специально, главное, дал им. То есть нет, он сейчас будет сюда. Пересчитали, всего козлят 12 пока что. Из них 7 козлов и 5 козочек молоденьких, маленьких. Эти там проникают, понятно, и сено едят в более свободном доступе, чем козы. Ну ладно, всего доброго всем.